Бывший член проекта SONM шантажирует своих коллег. SONM, блокчейн-проект, нацеленный на создание децентрализованного суперкомпьютера, поставлен под угрозу одним из своих экс-разработчиков. После отказа от участия в проекте Барнаба Павлечак предпринял ряд действий, которые команда SONM незамедлительно назвала мошенническими. Эскроу-партнеры, советники, а также известные члены сообщества SONM получили письма, отправленные с очевидным намерением дискредитировать команду проекта и подорвать доверие инвесторов. Для того, чтобы защитить участников проекта, разработчики SONM разместили официальное заявление, содержащее предостережение о предположительно незаконной деятельности Барнабы Павлечака.